Делай эти простые и короткие упражнения ежедневно, и я помогу тебе быть более гибким и подвижным в собственном теле. Садимся удобно, руки ставим за спину для того, чтобы поддерживать вертикальное положение спины. И начинаем плавно двигаться волнами, делая 90 градусов угол то в одной ноге, то во второй. Держите грудную клетку открытую, прямо. Когда оба колени опускаются в сторону, мы делаем выдох. Остаемся с одной стороны, выравниваем спину, держим нейтральный позвоночник, делаем глубокий вдох, с выдохом руки ставим перед собой и пробуем опуститься вниз, при этом не делая наклон головой, либо же плечами вниз к полу. Стараемся опуститься с ровной спиной. На вдох поднимаемся наверх и на выдох делаем еще одну попытку опуститься вниз. При этом стараемся опуститься каждый раз немножко ниже. Вы можете уходить немного ладонями вперед, либо же в сторону, при этом меняя наклон корпуса. Оставьте вашу заднюю руку на полу, сделайте глубокий вдох. Верхняя рука раскрывается на вдох у вас назад. Грудная клетка вытягивается вперед и на выдох вытягиваемся верхней рукой в диагональ. На вдох раскрываемся и на выдох опускаемся вниз. Здесь вы точно так же можете менять расположение вашей ладони на полу. Можете попробовать растягиваться под разными углами. И немного задержитесь внизу в статическом положении. Теперь мы с вами делаем следующее упражнение. Опять возвращаемся к предыдущему, делаем вдох, раскрываемся, но на выдох верхней рукой тянемся назад, закручивая при этом корпус. Снова возвращаемся в наше исходное положение, в первое упражнение и немного задерживаемся также в статическом положении. Весь вес тела у нас на передней ноге. Проверили, соблюдается ли у вас угол 90 градусов. Здесь вы снова-таки можете подвигаться. Можете с выдохом пробовать опускаться все ниже.
А теперь, так как ноги у нас две, все то же самое повторяем на другую сторону.